Французы обожают полководца Бонапарта и довольно холодны к Наполеону I. Этот памятник скорее дань его военному гению, нежели императорскому величеству. Здесь все так устроено, что только склонив голову, можно увидеть место, где покоится знаменитый корсиканец. Париж, собор Дома инвалидов. Прах Наполеона покоится в 6 гробах. Первый – жестяной, второй – из дерева. Третий, четвертый – свинцовый, пятый – из дерева эбенового, шестой – дубовый. И все это завершается и обрамляется саркофагом. Он сделан из кварцита. Он умер, так и не осуществив своего самого амбициозного проекта – покорение Востока. Но, как ни странно, вполне ощутимые следы наполеоновских планов остались. И, как ни странно, в Западном Казахстане есть такая версия.